Окей, я думаю, может, пора уже на остров отправляться. 12 декабря. Уже 2 месяца мы работаем над этими реакторами, 2 месяца мы трудимся ради спасения мира, и нам даже некому рассказать свою историю. Наши имена не важны, нам всем дали прозвище после того, как прораб проболтался об испытательном проекте на Северном полюсе. Как будто это что-то меняет, как будто кто-то из нас может хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации, особенно касаемо приукрашенных деталей. Очевидно, что прототип очень далек от стабильности. Нигде не упоминается, что случилось с китайской командой, которая была до нас. Рен, по идее, был с ними, но молчит. Филин промямлил что-то о поломке в системе охлаждения, но прозвучало фальшиво, а я не стал на него давить. По крайней мере, мы работаем в сухом месте, а их сейчас мало осталось. Так, здесь надпись на стене. Робби, лодка ушла. Брюс, типа, за мной гонится. Я останусь здесь, пока я не найду путь из этого места. Пока не найду выход, типа, или из этого места, Майк написал. Брюс, так понимаю, это имя акулы. Брюс кого? Брюс, так акулу звать. Вот. А, тут написано на стене, типа, что акулу зовут Брюс. Там, под водой ты находил, да? Подписку говоришь. Да. Вот за тобой Брюс плывет. Ой, мне кердык сейчас задохнусь. Так, доску нашел. О, ящик нашел. Я тоже ящик нашел. Снизу я вроде собрал все. Здесь хлам и пластик лежит. Так, здесь надпись на стене I got you, Брюс. Я поймал тебя, Брюс. Так, еще одна комната. Пластик здесь лежит. Вот записка еще одна. Январь. Знать бы, где мы. Наш единственный ориентир – радиовышка вдалеке. 12, 16 и 8 отказались сегодня после 3 дней испытаний. Ядро 16 горело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливные стержни уплыли в океан и будут греть еще 100 лет. Синита замирает уровни радиации после каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реакторы в убежищах. Мы все исправим, заверяет она. И что самое смешное, мы согласились. Мы, 4 усталых книжных червей, должны спасти мир. Ну, то, что от него останется. Февраль. Оказывается, Рен на нас настучал, и начальство взбесилось. Они узнали, что мы специально задерживали работу над 12 и 24. Да, они выбрасывали столько радиации, что светились зеленым, вашу мать. Но их забрали. Мы с Филином, конечно, пытались бороться, но с этими вышибалами нам не тягаться. А еще забрали синицу и 8-й реактор. Рен знал, что она одна знает, как заставить их работать. Нас бросили на испытательной платформе и подорвали фундамент. Вода медленно прибывает, Филин считает, что мы должны плыть следом за ними. Хотел бы я с ними не согласиться. Я нашел вроде. Да. Сигнал. 8 января. Получен сигнал бедствия. Отследить? 9 января. Установлен контакт. Язык неизвестен. Малайский? Вызовите Таригана. 2 февраля. Рация сдохла. Это выстрел вдали? Тангароа? 4 февраля. Говорят по-малайски. Слишком быстро не разобрать. Кота Джанккар. Кота Джанккар. 6 марта. Тариган нашел сухое место. Мы уходим. Вода поднимается. У нас не хватает мест. Прости. 8 марта. Майк, если ты это читаешь, держи курс на Бальбоа. Он еще над водой. Припасы в кладовой. Так, где-то уже наверх поднялся? Я такой первый этаж лутаю. Ну да, на второй этаж. Ну не, на второй, наверх поднялся. Тут надпись на стене, если я правильно понял, то я взял лодку, я не вернусь обратно. Ну да, сейчас я еще не запрыгну на этот. А здесь ты был? А? Да, здесь ты был. Подожди, а тут по этой листве забраться можно? Почему? По листве. Нет. Так, ну иду к тебе наверх. Нет, я все-таки запрыгнул. У меня еще и тут. Тут еще паракурщик со сломанной ногой. Так, ну тут ничего нет. Идем дальше. А, у меня вода закончилась. Благо, с собой кружку воды взял. Я тоже с собой брал, но я уже купил. Так, вот мы попали в это место. В смысле, а в итоге я еще записку одну не нашел снизу, что ли? Вот раз записка. С вопросом люди. Так, люди, да, вот вопрос. Это координаты. Следующие. Вот еще записка на столе лежит.
Если вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Мы пытались выжать из двигателя максимум, но думаю, он сгорел. Мы едва доплыли до радиовышки. Филин сказал, что лодке конец, но я могу ее починить. Они далеко уплыли, но мне кажется, они направляются на Селену. Я хочу оставить это в таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью. И клянусь богом, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 24. Вытащим синицу, и может быть я приглашу ее на свидание, а она на этот раз не посмотрит на меня как на психа. Филин нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Этот маркер очень плохо стирается. Ничего, мы ее спасем, мы должны. От сокола. А если я сейчас с этой высоты воду плюхнусь, я же не умру? Тебе ничего не будет, ты даже можешь, смотри. Ну, если я все правильно понимаю, ну, в общем. Вот этот пол. Я прыгаю отсюда. И вот мои хп. Как бы да. Я спрыгнул с самого верха, но я даже половину хп не потратил. Так, нам даны следующие координаты. Теперь нужно их поставить. Я сейчас, наверное, буду создавать стол для этого. Так. Для следующие координаты это Васагатан 8130. 1838 метров вперед. Ну, не прям вперед. Но примерно на северо-запад. Ой, восток. Все, отплываем, да? Мы здесь все забрали, здесь ничего не пустили. Ну, снизу, если там. Кроме одной комнаты что-то еще есть? Ну давай проверю. Так, ну тут, по идее, единственное, что здесь может быть, это вот в этой комнате. Но здесь вроде как были мы. Получается, в записках написано, что это какие-то ученые. Какие-то ученые, и типа они запортачили, якобы все это произошло. Глобальное подтепление, ледники оттаяли. Ой, я ударил ее. Ледники оттаяли и все. Все затопило. Но я ничего не нашел внизу. Можно отплывать. Лианы? Да. Одна штука. Водоросли лежит. Подожди, лианы? Ты имеешь водоросли? Ой, да, я еще. Да, там 4, по-моему, нужно для бутылки. Только одна здесь в сундуке лежит, и все. У меня нет. Ну все, а этот... Что-то я стола не вижу, чтобы... А, вот 18 штук лежит. Мразь. Подожди, а ты шаришь, нет? Ну, наживка для акулы, ну что ты её... Наживка для акулы? Ну ты ее бросаешь и типа акулу отвлекаешь и все. В это время её бить можно. Нет, мне кажется, его не стоит. Ты котелок хочешь сделать? Да. Сейчас могу здесь сделать его. Так, ты на лобный фонарь, кстати, нашел. Сейчас я... А, для него трик надо сделать. Так, ну все, можно отплывать. Поднимаю якорь. Парус направо. Возможно, под водой есть какие-нибудь ресурсы. Медь или железо, например. Тут вроде как камни и хлам только. Все. А, еще глина есть с песком. Мне бы тут медь желательно найти. Но я вроде как нет, ладно. Первый, как у нас по скрипту, теперь у нас могут большие острова спавниться, если я не ошибаюсь. Бутылки сделал? У меня нету водорослей. Есть. Сколько лианы? Ты же говоришь, 17 штук у тебя было. Да я дебил. Я знаю. Так, это у нас будет тогда... Ну, если это у нас... Этот пусть у нас будет под доски. Этот пусть у нас будет под пальмовые листы. Этот пускай у нас будет под пластик. Я, короче, сделал еще одну большую дверь. Угу.
Так, хранилище еще одно ставлю здесь. Оно у нас... Пускай будет под... Пускай здесь лежит железо. Все, что сделано из железа. Шарнир. Пускай там лежит тогда железо иметь, и все. Так, ты еще просил бутылку тебе сделать? На. Под тобой. Ну тогда надо сделать еще один. Кого еще один? Ну, чиститель воды. Опреснитель или мешину? Да. Давай. Мне нужно три песка. Так, мы прям... Ой, правильно будем, нет? Не знаю, сейчас посмотрю. Нет. Железо у нас здесь, там. Так, еще, чтобы сделать... А ты бесишь, ты... Прям передо мной жрет тебя. Бесстрашная мразь. Вот это, найс шот. Ты попутала, что ли? Сюда и... Давай, иди сюда. Убью тебя. Убил. Так, а здесь у нас тогда пускай лежит... Это я сделаю так. Здесь у нас пускай лежит... Здесь будет лежать все железное. Слэш медное. А здесь у нас пускай лежит... Веревки. Пускай лежит сухой кирпич. Пускай лежит камни. Кончено, сюда иди. Хлам. Чё? Чайки, лох. А зачем ты гребешь-то? Просто, чтоб не весло сломалось. А вон остров впереди. Подожди. Нам открылся другой остров? В смысле, новые координаты уже какие-то? Подожди. 8130. Я так понимаю... Ага, прикол. Мы можем, смотри, два варианта. Сейчас, я точно тебе отвечу. 8067. Ага. Если я все правильно понял. Угу. Смотри, у нас есть с тобой два варианта. Либо мы сейчас плывем с тобой на корабль, либо мы плывем на большой остров. Ну, в смысле, ну что, поближе у нас, что там будет? Ну, поближе будет корабль. 800 метров. Мы же приплывем потом на остров. Ну, наверное. Так, нам здесь нужно будет под водой много меди собрать с железом. Это уже начинает заканчиваться. И водоросли тоже не помешали бы. Еще хотел спросить для этого, для доклада, что там? Два железа, два соколяна, один болт. Вот сейчас два соколяна сделаю, я могу сделать котелок. Пол нет, да, можно тебе собирать. Как же железный крюк быстро собирает, капец. Я помню, что я все сломались? Нет, но они довольно-таки быстро ломаются, я вообще с этого удивлен. Как-то быстро прочность у них уходит. Так, я сейчас могу котелок-то сделать. Сделал котелок. Ну вот пока что вот сюда вот его поставлю. Запалим его. Так, я уже сам забыл в своих сундуках. Здесь доски лежат. Здесь лежат у нас пальмы. Здесь пластик. Здесь у нас все лежит. Веревки, хлам. Песок, глина. Это мне сейчас надо. Где-то еще вроде бы не стояло здесь. Так, еще одна плавильня будет готова. Так, сюда это. Это вот сюда. И камни сюда скидаю. Водоросли сюда тоже закину. И хлам сюда закину. Пластик сюда закину. В принципе... И хлам тут, и клози. Ах ты, я же забыл, мне же... Мне один песок надо будет перекладить. И
стекло. Песок один переплавить нужно, чтобы второй переснитель сделать, улучшенный. А я все иду, у меня всегда закончилось. О! Две акулы на меня напали, я испугался. Сколько? Три акулы? Две акулы. Блин, у нас что-то далеко плохо находится. Ну да, я его специально так далеко откатил, чтобы можно было под водой лутать. У меня еще топор сломался, назло. Блин, мне на остров надо, на плот надо попасть, если не мило им ударить, я умру. Вещи начинают. Что делать? Ты можешь попасть на плот и приплыть сюда? Смотришь, чекируешь? Давай, чекирую. Снимаешь? Давай. Блядь. А почему она за мной плывет? Да ты попутал. По нему безумный плывут. Подгони плот ко мне. Она плывет за тобой, но резко развернувшись на меня, потому что у меня мало хп или что? Приметом на мат. Угу. Обе напали. Я слышу. Успел. Ты там успел, да? Окей. Так, мне топор железный нужен. Так. Веревки здесь, пойму листи здесь, лам здесь, доски здесь. Мне пластик не нужен. Лам здесь и болт здесь. Так, лам сюда, болты сюда. Водоросли. Вот сюда, подо мной стоит. Нарезка закончилась вся еда. Как так? Так, еще могу хранить что-то? Рекламу. Подожди, а нельзя по половине как-то делить предметы? Чё? По половине как-то предметы. Нет, только по одному, либо на правую кнопку. Так, здесь тогда пускай лежит то, что трудно создается. Например, ну как трудно создается. Стекло тогда пускай тоже здесь лежит. Здесь тогда пускай еда лежит. Прям напрягает эта еда, что у нас столько места занимает. Семена все эти, вот пускай это все здесь лежит. Или нет, пускай тут просто только семена и лежат. Кстати, вот. Подожди, а болт из чего делается? Железо? Кто? Болт. Болт, одно железо, один болт. Я другой возьму на себя. Сейчас можно еще одну половину сделать. Готово. Так, обоссалю я здесь, но места уже нет у нее. И можно сделать себе еще один опреснитель. Сейчас сделаю. Ага, и не влазит сюда. Понял. В наше самое. Че говоришь? Я говорю, на пол не водится, не вылится в наше самое. Наполнил. Подожди, а манго выросло или нет? Манго? Выросло. Все, в принципе, нам тут ловить больше нечего. А подожди, я еще весь остров не залутал. Ты его залутаешь. Деревья не забрал все. Да, акулу убить человек сложно, что ли? Ну, как много половин, как мне это радует. Кстати, можно уже начинать цветы собирать, потому что в будущем нам уже пчелки нужны будут. Акулы сами. Во-во. От цветов требуется только семена цветов. Все. Эти можешь обычно выкидывать. Я собираю. Подожди, а че? На обычную уточку не ловится огромная рыба, что ли? Ловится. Ну, не обычная, а побольшие. Ну, ловится. Не, игра, конечно, красивая. Ты про Майнкрафт? Ты про Майнкрафт? Майнкрафт тоже красивая игра. Че, реально плавить нечего? Ага, нечего.
такие тухлое яйцо или это не тухлое? Салат из лосося какая-то. Это яйцо. Это не тухлое яйцо, это яйцо. Короче, будет такое животное, оно яйца несет. Это что-то типа курицы. Ну как? Это даже не курица. Увидишь. Ты доски, кстати, снизу не забудь добавить. Все, так. Ты все пробил. Да, все, можем валить. О, плывет на плот. Две. Сюда кинь. Первый минус. Второй минус. И отсюда лошара. Че как это? Ботинок, земля, семечка. Так, еще нужно. Ты собирал семечки цветов? Посади, можно, нет? Семечки чего? Цветов. Семечки. Да. Так а зачем тебе нужно? Не, я беру ботинок посадить, потому что нет. Да нет. Так, куда плыть-то? Блин. Ну, чтобы ты понимал, остров там находится. Мне кажется, туда мы не сможем поплыть. Мы не туда еще плывем? Ну, как бы, типа, да. Настрой куда правильно. А, ну все, мы плывем. Чушечка. Как ты, мразь. Вы пожалеете за это. Ой, как же кайфово сейчас играть в дохрена ресурсов. Просто дохрена. И железо иметь, и все есть. Так, мне нужно еще одно хранилище. Оно будет для инструментов уже. Мне нужен хлам. Про у нас нет. Хлам есть? Две штуки всего. Сколько? Две. Достаточно. Забрал. И тут у нас будут инструменты лежать. Вот я сюда скинул деревянное копье. Что готовишь? Я обычный суп. Подожди, мы куда плывем? Мне кажется, мы туда не сможем поплыть из-за того, что у нас... А, нет, можем. Глина есть? Глина есть, две. Тебе миски нужны? Да. Я в еду положил их. Вот еда здесь, нет, подумай. Так, все доски закончились. А, почему объедки-то? Я не понял, а как готовить? Чего ты не так приготовил? Все, 4 свеклы надо, что? Я положил одну картошку слева и одну свеклу справа. Тут нужно 4 4 либо свеклы, либо 4 картошки. А-а-а! Валенок, короче, забей. Ты овощной суп пытался делать? Ну, конечно, а больше здесь... я ничего не сделаю. Жрать эти объедки. Объедки давай. Не знаю. Нормально, да. Чем мне понравился супчик с картошкой и свеклой, чем объедки сразу. Знаешь, как некоторые говорят, жиденького. Не особо вас понимаю. А? Не особо вас понимаю. Ну, жиденького. Я же говорю, обезьяна. Осталось язык выучить. Жестами. И в зоопарк. Чтобы пение. Так. Это сюда. Так, сыры, свеклы. Сюда тоже в еду закидываю. Так. Куда мы плывем? 570 метров. Возможно, придется на весах гребсти. Но это точно. Я плыву. Ты попутала, что ли? А почему, когда есть жизнь, а, ну, блядь, конечно, не сильнее еще? Ну, очень мало хотел одной из них. Ой, где она будет? Ты охренела. Если бы надо совсем получить. А вес поделаешь? Это конец. Это забрал эти? Да. Рыба, да. Так, чем ошибаетесь? Чё делать? Воду не помню сейчас. Блин, такая музыка кайфовая, иначе. Я пытался...
Так, мне сюда. Так, ты минусуешься. Минус одна. Сейчас вторая минус будет. Одна. Собираю я полностью тогда. Да-да-да. Ты что, охренела? Ну давай, вон и вон. Ну ты шапка. Сдохла. Дай тебе акулу. Давай сфотаемся. Ну типа да, сделал. Давай я тебе голову, типа, ты наклонись, присядь, не знаю. Как будто я тебя что съем. Ой-ой-ой-ой-ой. В еду брошу эти две башки. 8 кусков акулей у меня есть. Уже в теории можно вторую гриль даже сделать. Так, если я не ошибаюсь, мы криво плывем. Если я не ошибаюсь. Да ты тупорылая, что ли, сдохла. Это страшно вообще. Нет, нет. Ну да. Нам туда. 600 метров еще. Ну это, не знаю, мне без фонарика все должны сильно. 550 метров. Ещё одну убила, на ваншотится. Смотри, чайка летит, на город сейчас сядет. Её убила, на ваншотится. О, две акулы. А, заспавлен? Угу. Обращайтесь, люди, за советами. Если вы первый раз играете в раб, его профессионал играет на Саймоне, он вам вообще всё расскажет. Ты, кстати, еда готова. Кого? Супик твой готов. Супец. Манки борщ. Так, ещё осталось... 340 метров. А не успел. Второй гриль сделал. Вот я как раз туда закину большую. Так, теорию можем попробовать сейчас водоросли плавить. У них много должно быть. Че водоросли зачем? Ну, вторую бутылку сделать, или сейчас ласты у нас сломаются. Чё за дерево? Чё он такое величное?